Тау, Некроны, Десант, Эльдары. Эльдаров я хочу, как обычно, последними вынести, потому что это те еще засранцы. Вот. А сейчас это может Некронов вынести, потому что они находятся в центре карты, и как бы... Мне не сильно хочется, чтобы они на меня нападали все время. Ладно, я думаю, одержимого надо забрать. Вы слышите эти голоса? Ага, так, сейчас тебя и ебну, дебила. Поглоти нас! Смерть врага приближает меня к чертогам! Здравомыслие, удел слав! Эти, блять, одержимые, они просто... Чтобы вести вас! Ты самая милитарист, неплохой урон имеет. Так, стоп. Блять, эта сука добила моего... Все. Минус Некроны. Ох, сейчас, блядь, будет весело. Рушим эти пещеры и уничтожим Некронов. Я сам доставлю этот великий артефакт в недра катакомб. Вы должны лишь прикрывать меня во время пути туда и во время отхода. Почему у меня косарь влияние было? Я не доставлю этим машинам радости узреть мою смерть. Вот. По нам ведут огонь! Мне открыто больше, чем ты можешь себе представить. Теперь боги хаоса говорят ясно. Сколько мне? Дисплей, нормально. Ты, блядь, не на меня, все, братан. Ты навоевался, давай звезду я тебе дам. О, Луфа спущает. Это, кстати, и надо быть тоже топом. Ну, там что-то пиздец какой-то идет. Вот, я тратил все. Это тысячеголосый крик боли. Будет исполнен. Еще два паука ловится. Благослови нас, о великий. Мы все, что только попросите, я отдам все за великую так, силу. Нет. Кстати, за Эльфасом у нас следить, потому что сдохнут. И вот, кстати, фокус первым причем. Все что угодно. Так, ну то, что меня заскамили на косарь влияние, это меня что-то не сильно радует. Мы идем в мир. Так, ну мы избранных. Я жду новых приказов. Я понял. Да. Вы уверены? А там три духа прилетело, ёб твою мать. Ладно, понял, принял. Уходим. Как тут течется, блин? А хуй его знает, блядь. Разрабы говорят, как хочешь, так течется, блядь, в Некронах. Влияния нету. Влияния нету. И нормальной армии. Ебать их там, блядь. Ладно. Сами тоже лыком шутер. Вы тоже слышите эти голоса? Да? Нам нужно подкрепление. Бой проигран. Блять, что, два отряда. Все. Ой, блядь. Не, это какая-то залупа больше. Я чувствую, как погружаюсь в вас. Блядь. Это приятное.
Как это, блять, я его должен уничтожить? Здравомыслие. Да, блять, это будет реально долгая миссия. Если я, блять, такой маяк сейчас выношу здесь полгода. Что будет тут дальше, я даже не хочу знать. Стоп. Мы уничтожим их! Я его что, снял, что ли? Вы тоже слышите эти голоса? Ебел, куда ты, блять, пошел? Блять, говна, блять. Все, минус маяк. Так прикажете. Живем, дышим, блять. А, все, Т3. Отлично. Все начинает налаживаться. Меня это радует. Немного проблемок не заказывали, так сказать. Мы служим темным богам. Я отдам все за великую силу. Бля, я ж нажал F. Ёб твою мать. F, блять. Пресс-эф, тупой респект. Так, это плохо. Попахивает с носом моих оборонительных систем. Что у них-то хорошо? Что, есть кто дом, в доме, блядь? Эх, сейчас замес будет веселый. Поехали. Так, они же там все зашли внутрь и не помешали мне. Некронов прошли, но самый геморрой в виде Тау еще, блять, впереди. Мне нужно пожрать больше душ. О, их. Это будет пиздец, я думаю, против Тау. У них там такой, такая жизнь так происходит, но, блять, тяжелая сложность, я не знаю, что они там со мной сделают вначале. Да, всю гвардию, как обычно, просрал. Ну, персерки, да. Я только 3 раза защитился, мне надо еще 2. Как бы, захватив данную локацию, я буду постоянно подвержен атаке эльдаров и, скорее всего, десанта. Тем самым я точно закрою себе именно вот эти защитные миссии. Так что, да, еб твою мать. Где враг? Земля содрогается у меня под ногами. Я заберу. Нам нужен враг. Ну ладно. Такой херни я еще не ожидал, конечно. Чем я могу служить? Нам нужно подкрепление. Конечно, смешно выглядит отряд ХСМ, еле-еле перестреливает отряд скаутов Карл, блядь. Так, ну сервис мы сейчас определили. Подготовимся к плацдарму, потому что территорию мне надо будет защищать. Да. Достаточно количество раз. Я... Терминаторы? Да. Я, блядь, теперь боги хаоса говорят. Я да. Сиделся, блядь. Как прикажете? Как прикажете? Мы немножко это в заднице, дамы и господа. Я здесь, чтобы вести. Мне сейчас точно пиздок будет ломать. Блять, терминатор, зашибись. Земля мне, блять, ебаным пуховиком, блять. Ой, пойду подожду, блять. Вынести сразу хотя бы одного компа в трон переть, блять. Я, блять, подожду лучше.
Подождал, блядь, да. Угу. Молодца, блядь, ничего не скажешь. Командиры пизданули, всех пизданули, блядь, я в жопе. Ведь есть же опыт, блядь, с некронами, которых я, блядь, мариновал тоже, блядь. И они мне таких пиздов чуть не вломили, блядь. Ну, благо я смог, ну, имел какую-то армию. Здесь же, блядь, у меня никакой армии абсолютно ноль. Ну, мне кажется, можно уже это, рестарт делать. Самое вроде дерьмовое, что, по идее, все, что сейчас здесь комп наделал, у него тоже это сохранится. И как бы, если сейчас снова сюда нападу, мне таких же ровно пиздов дадут, потому что у меня нихуя нету. Блять, ну надо ж так было, блять, обосраться. Ой, боже. Я сейчас отбиться не отобьюсь никак, потому что, ну, мне как бы, ну, да, ну сразу отбили. Ладно, короче. Скажем так, проебали.